Солнечные панели покрывают большой участок пустынной местности на севере Ирака. Это солнечная электростанция, которая включает более 3700 панелей и вырабатывает 2 мегаватта электроэнергии. В отличие от других подобных в Ираке, она подключена к национальной сети. Эта станция подключена к сети всего региона через специальный установленный здесь фидер. Он поставляет электричество в университет и некоторые другие места, систему водоснабжения и больницы. Но есть одна проблема, требующая постоянного внимания – песок и пыль. После бурь они быстро покрывают панели, загораживая их от солнца. Это означает, что поверхности нужно постоянно очищать. Погода в Курдистане и Ираке пыльная, особенно в последние месяцы. И количество пыли в этом году намного больше, чем в предыдущем. Станция вырабатывает всего 0,2% от потребностей Дахука в электроэнергии. Но есть планы увеличить ее мощность до 10 мегаватт. Нам нужно электричество для нашей работы в университете в течение дня. Вечером и ночью в нем нет необходимости. Так что этот проект подходит для тех мест, где ночью не нужен свет. Проект финансирует Европейский Союз. Он пытается продвигать экологически чистую энергию не только в ЕС, но и других регионах. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.